Весна – традиционное время уборки, наведения порядка. Учащиеся технического колледжа много лет назад взяли шефство над историческим местом, памятником, расположенным на улице 19, и территорией около него. Силами учащихся прошлых лет были разбиты цветники, посажены сосны. В этом году было решено отремонтировать постамент, который начал разрушаться. Его зацементировали, покрасили. Памятник 19 продотрядовцам был открыт в 1957 году, в 40-м годовщину установления советской власти. На памятной табличке высечены имена 19 погибших в 1918 году продотрядовцев наших земляков. Спустя год после революции в стране было голодно. В Иваново-Вознесенской губернии было организовано 93 продовольственных отряда. Они создавались для обмена хлеба на ткани или конфискации его в хлебородных губерниях. Образовалось бюро по формированию продотрядов и в Середе. 14 октября 1918 года с одним из отрядов произошел трагический случай на разъезде станции Домовицы. Случилось крушение поезда, в котором ехали середские продотрядовцы. В результате крушения погибли 17 человек и многие были ранены. Однако отряд продолжал свой путь. Другой отряд направили в Казанскую губернию. Не раз продотрядовцам приходилось вступать в бой, неся потери. Под Чистополем восстали крестьяне, обманутые кулаками. Недалеко от деревни Ярыклы середской отряд и рабочие Казани разгромили восставших. Погибло еще два человека. В память о погибших в тот год 19 продотрядовцев Середы была названа одна из улиц города. На ней 67 лет назад и был установлен памятный знак с их именами. Участники трудового десанта уверены, что историю забывать нельзя, и памятные места обязательно нужно содержать в чистоте и порядке. Мы взялись за уборку этого памятника, потому что мы ценим труд наших героев. Вот. Если мы не будем помнить о наших героях, то мы забудем о себе. Надо добавить, что это не единственное памятное место, уход за которым осуществляют студенты и преподаватели технического колледжа. Светлана Баварская, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.